리보. 자. 아하. 딱 сейчас будут баджаны. Which one go first? Пармакаруна. Баджан пармакаруна.
Смысл первой строчки этой песни, что существуют два Господа, Чайтанья и Нитьянанда, и они очень милостивы. Парама Каруна. Каруна, мерси. Парама, supremely merciful. Каруна, милостивый. Парама, в наивысшей степени, то есть самые милостивые. So, Lord Chaitanya and Lord Nityananda are very merciful. Because they have given a process which is very joyful. Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда очень милостивы, поскольку дают процесс, который приносит блаженство. Кевала Ананда Канда, right? Ананда Буддхи. So Кевала Ананда Канда. They have given a process to make everyone joyful through this chanting of the holy name. То есть Ананда Канда, Ананда, блаженство, они даруют процесс, который приносит блаженство через повторение святых имен. The Lord appears in many different incarnations. Господь появляется во множестве различных воплощений. It is said as many as there are waves on the sea, there are incarnations of the Lord. Говорится, что воплощений Господа столько же, сколько волн в океане. And the Lord comes to deliver the fallen souls, to help all of us to come back to our eternal home in the spiritual world. И Господь приходит, чтобы вернуть каждого, чтобы вернуть всех нас в наш вечный дом, в духовный мир. So, some say, Saba Avatara Sarasiramani Kevala Ananda Kanda. Other incarnations, when the Lord comes in other incarnations, sometimes he will kill the demon. Когда Господь приходит в других воплощениях, то, как правило, он убивает демонов. As he did with his incarnation of Lord Rama, he carries a bow and with his sharp arrows he pierces the hearts of the atheists and the non-devotees, the demons, the rakshasas. Например, когда он приходил в воплощение Господа Рамачандры, то у него был лук и острые стрелы, и он пронзал этими стрелами сердца демонов, атеистов, непреданных, ракшасов. Также 5000 лет назад Господь Кришна и Баларама, они повергли очень много демонов. Камса and all of his different
friends, they were all killed by Krishna and Balarama. Кришна и Баларама убили Камсу и множество его друзей-демонов. Чтобы убить этих демонов, Кришна часто использовал Сударшана-чакру. Господь Баларама держал в руке палицу, поэтому его называют Халадхара. То есть он этой палицей размозжал головы демонов. Но Чайтанья и Нитянанда превращали демонов в преданных. Поэтому их называют самыми милостивыми, то есть они могли всех, кого встретят, сделать преданными. Вот этот вот особый статус Господа Чайтаньи описал Рупа Госвами. Он прославил Господа Чайтаньи в своих стихах. Намо Маха Баданая Кришна Према Прадаяте Кришная Кришна Чайтанья Намани Гор Тирше Намаха. Lord Chaitanya is being the most merciful of all of the incarnations. Этот эпитет Рупа Госвами применяет в приведенном стихе, где он говорит, что Господь Чайтанья — самое милостивое воплощение. И его высшая милость заключается в том, что он не просто освобождает живых существ из плена рождения и смерти, а он дает им Кришна-прему, самый высший дар. Это очень редкий случай, когда Господь дает Кришна-прему. Господь приходит, чтобы освободить живых существ, но только Чайтанья Махапрабху дарует Кришну прему. Вот почему Господь Чайтанья описан здесь как самый милостивый. И Господь приходит не один, Господь Чайтанья приходит вместе с Господом Нитянандой, и вместе они распространяют, дают Кришна прему. Они не просто освобождают их, а делают их радостными, свободными от материальной жизни. Особенно в Кали-югу люди очень исполнены страданий. Поскольку материальный мир — это не место счастья. В Бхагавад-гите материальный мир описывается как Дукхалая Машашватам. Дукхалая. Just like in India they have words like Гранд-алая. It means a place of books, a library. Как, например, в Индии есть такое место, как в Индии одно из учреждений или библиотеку, в которой хранятся книги, называют Грандха-алая, место, где собраны все книги. And then there's another word, Боджан-алая. It's a restaurant. It's a place of food. А рестораны в Индии называются Бходжан Алая, то есть место, где много пищи, где собрана вся пища. Хима Алая — это место, где собран снег. Если вы подниметесь в Гималайи, вы увидите много снега. So Krishna uses the word Duk
Алая. Поэтому Кришна использует это слово Дукха Алая. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Mamo Paicha Punarjanma Dukha Alayam Mashasvata. The great souls who are yogis in devotion, they never return to this material world, because they know it to be a temporary place of misery. И в этом стихе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что великие йоги никогда не возвращаются в этот материальный мир, поскольку они понимают, знают, что он временный и полон страданий. So people in the Kali-yuga are not happy souls. They're all in anxiety, they're quarreling with each other. Поэтому люди Кали-юги — это несчастливые души. Они вечно пребывают в беспокойствах, ссорятся друг с другом. Kali-yuga, the age of quarrel. Кали-юга — это век ссор. Every home you can go, you hear people quarreling. В каждый дом, в который бы вы ни пришли, там люди ссорятся. Brothers, husbands and wives, they're all quarreling with each other. Муж с женой вечно ссорятся друг с другом. So nobody's happy. И так никто не счастлив здесь. But Lord Chaitanya and Lord Nityananda have very kindly come to make everyone happy. Но Господь Чайтанья и Нитянанда милостиво приходят, чтобы каждого сделать счастливым. You just simply have to chant the holy name. Но для этого нужно просто воспевать святое имя. No, we say, chant and be happy. Поэтому мы говорим, воспевайте и будьте счастливы. А если мы воспеваем, то мы становимся счастливыми. So then in the second verse, the song goes on. Bhaja bhaja bhai chaitanya nidai sudrita vishvashakur vishaye chatiya sera simajiya mukhe bolo hari hari. This is also Bengali song. Это также песня, которая написана на Бенгали. So the author is saying, just simply worship, my dear brothers, just simply worship Lord Chaitanya and Lord Nityananda. И во втором куплете говорится, дорогие братья, просто поклоняйтесь Господу Чайтанье и Господу Нитянанде. But Vishaye Chatiya, say it as Vishaye Chatiya. Bhaja bhaja bhai chaitanya nita sudrita vishvashakori. Worship them with resolute determination, fixed mind. Но поклоняться нужно с большой решимостью, сосредоточенным умом. Don't just be casual about it. You have to put your mind into it. You have to concentrate what you're doing. Не сомневайся много об этом, делай это с полной концентрацией. Just like in Bhagavad Gita, Krishna says, Vaya vasayatmika buddhi ekeha puranandana. Those who are on this path are resolute in determination, and their aim is one. Так, в Бхагавад-гите есть такой стих в Йосвятмика Будхира Кеха Курунандана. Те, кто преследуют одну цель, а решительны на своем пути. So, bhaja bhaja bhai chaitanitai sudrita vishvashakori. You have to worship these two souls, Chaitanya and Nityananda. Very focus, concentrate on it. Just give your full attention to it. Поэтому здесь тоже говорится, поклоняйся Господу Чайтанье Нитянанде с полным вниманием, полностью сосредоточив свое внимание, сконцентрировав на этом действии. Vishaye chatiya sera simajiya mukhe bolo hari hari. Say, Vishaya, Vishaya means the objects of the senses, sense gratification. You have to, chatiya, give these up, give up all this attachment, desires for и дальше говорится вишая чария. Вишая — это объекты чувств, чувственное наслаждение. Вишая чария, то есть нужно отбросить все материальные наслаждения, все желания чувства. Desire for sense gratification, then you cannot expect to get the real result.
Если мы продолжаем сохранять привязанность к чувственным наслаждениям, то тогда не стоит рассчитывать на большой эффект от поклонения Господу Чайтанье Нитьянанде. И дальше говорится способ, как сконцентрироваться на поклонении. Нужно воспевать святое имя Господа. Desires for sense gratification stop our progress in Krishna consciousness. Желание чувственного наслаждения замедляет, останавливает наш прогресс в сознании Кришны. Bhaktisiddhanta Sarasvati gave the example about the people going to the marriage ceremony. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати приводил пример людей, которые собирались на свадебный обряд. So the marriage ceremony is arranged on an auspicious day at an auspicious time. Свадебная церемония обычно проводится в благоприятный день и в благоприятное время. When one marries, you want to have, be sure you want to have everything favorable to make the marriage successful. Если человек выбирает дату свадьбы, он должен убедиться, что все планеты благоприятны на этот момент, все. So they consult with the astrologer, and the astrologer tells them the best time for the marriage. И обычно люди идут к астрологу, астролог рассчитывает им наиболее удобное время для свадьбы. So all the people were going for the marriage, they had to cross a big river to get to the other side to go to the marriage. И те люди, которые были приглашены на свадьбу, им нужно было переплыть реку, чтобы попасть на церемонию. So the marriage was to be early in the morning, so they got in the boat in the evening. А поскольку церемония назначена была на раннее утро, то они решили с вечера переправиться на лодке. And they instructed the boatman, you have to row all night, we have to be there in the morning, in time for the marriage. Они предупредили лодочника, ты должен грести очень быстро, поскольку нам надо управиться за ночь и прибыть на свадьбу к утру. So the boatman assured them, not difficult, no problem, I'm sure we can be there in the morning. И лодочник сказал, будьте уверены, никаких проблем, мы доберемся вовремя. So the boatman began to row, and all the people got down in the boat, they lay down to go to sleep. И все пассажиры в этой лодке легли спать, а лодочник налег на весла. Они ничего не видели, вокруг была кромешная тьма, они только чувствовали, как весла двигаются, как лодочник гребет. So all the people going to the marriage, they all lay down, close their eyes, go to sleep, have rest. И все, кто должны были участвовать в этой церемонии, они мирно заснули. И утро наступило, поднялось солнце, стало светло, проснулись пассажиры, открыли глаза, увидели, что лодка на том же самом месте. You did not row all night. You've been sleeping. И они тогда стали предъявлять свои претензии лодочнику, что ты, оказывается, не греб, а спал всю ночь. Boatman said, "No, look, I'm exhausted. I've been sweating. I've been rowing the whole night." На что лодочник сказал, да я, смотрите, весь вспотел, я изо всех сил греб всю ночь. But then they said, "But boat is in the same place. We've not moved." Но все сказали, так мы же не двигались, лодка-то на том же месте. И они посмотрели, увидели, что веревка, которой привязана лодка, она по-прежнему держит лодку на этой стороне. So this example is given to help us understand our marriage, our relationship to Krishna. That we want to be properly connected to devotional service. Это иносказательная история, в которой эта свадьба означает наше
желание, наше отношение с Кришной, наша возможность развить преданное служение. We have to be properly connected with the bona fide spiritual master and the marriage ceremony that is like the initiation. Мы должны быть правильным образом связаны с истинным духовным учителем. Свадьба — это подобно церемонии посвящения. Or it is like our getting our full connection to Krishna, full realization of our relationship with Krishna. Или же это можно сравнить с полной связью или с полным осознанием наших взаимоотношений с Кришной. And we are going through, we're going through all the activities of devotional service, but sometimes we're not progressing. Мы можем порой проходить через все виды преданного служения и при этом не совершать прогресс. И одной из частых причин является то, что мы продолжаем сохранять наши материальные привязанности. Поэтому в песне поется Вишайчария Сарасая Маджия. Вишая, the sense gratification. We have to give up that. All the endeavor for sense gratification. Вишая — это чувственное наслаждение. Мы должны отбросить все чувственные наслаждения и попытки к чувственному наслаждению. We cannot hold on to the Maya and expect to get Krishna. Не следует ожидать, что если мы держимся за Майю, то мы придем к Кришне. Just like if you have your foot in one boat, you can't put another foot, one foot in one boat, one foot in another boat, and boats are going different ways, and you've got one foot in each of the boats, you know, what are you going to do? Нельзя стоять ногами в двух лодках. Они в какой-то момент начинают двигаться в разные стороны, и что вы тогда будете делать? We have to decide between Krishna and Maya. Нам нужно сделать выбор между Кришной и Майей. Are you going to hold on to the Maya? You won't get Krishna. Либо вы держитесь за Майю, но тогда вы не получите Кришну. In proportion to as we give up Maya, we can take shelter of Krishna. Ровно в той степени, в какой мы отказываемся от Майи, мы обретаем Кришну. So the song is encouraging us. How to worship Lord Chaitanya and Lord Nityananda. И эта песня вдохновляет нас, как поклоняться Господу Чайтане и Нитянанде. In the third verse, he says, Deku Aribai Tribhuvaninai Emana Dayaladam. Just look, my dear brothers, just look. There's no one more merciful in all the three worlds. В третьем куплете говорится: «Только посмотри, дорогой брат, во всех трех мирах нет более милостивых существ, чем Господь Чайтанья Нитянанда». Три мира — это означает вся Вселенная. Три мира — это райские планеты, планеты земного уровня и планеты адского уровня. Pashu Paki Juri, Pashu Navidari, Suriyara Gunagata. That these lords are giving mercy even to the animals, the Pashu, even animals are being blessed with the mercy of Chaitanya and Nityananda. Далее говорится, что Чайтанья и Нитянанда милостивы даже к животным, они дают свою милость всем живым существам. We know Lord Chaitanya went through Jarakanda forest. And in the forest of Jarakanda, he was chanting the holy names of Krishna. Мы знаем, что когда Господь Чайтанья шел через лес Джариканда, то он там воспевал святые имена. Right? What was he chanting? А что он воспевал? Krishna, 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 Krishna. Krishna, 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 Krishna. Krishna, 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 hey. Krishna, Krishna, Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna, Bahimam. Krishna, 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 Bahimam. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Rakshamam. Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshamam. Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshamam. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. So like this, Lord Chaitanya was singing the holy names of the Lord, and all the ferocious animals were becoming gentle. Вот таким образом Господь Чайтанья воспевал святые имена, идя по лесу, даже самые свирепые животные становились мягкими. Now, usually in the jungle, the lions and the tigers are fierce, other animals will be afraid of them. But because Lord Chaitanya was chanting the name, the holy names of the Lord, they became gentle. Обычно в джунглях есть такие свирепые животные, как львы и тигры, и они нагоняют ужас на других животных, но когда Господь Чайтанья шел и воспевал святые имена, то эти свирепые животные становились мягкими. Животные принимались танцевать и обнимать друг друга. И они были свидетелями свидетелями Господа Чайтаньи и его слуги Балабхадры. Другая история, описанная в Чайтанья Чаритамрите, о том, как собака стала получателем милости Господа Чайтаньи. Dog was following the devotees, and devotees were coming from Navadvipa on their way to Jagannath Puri, and the dog began to follow them. Преданные шли в паломничество из Навадвипы в Джаганатхапури, и собака увязалась за ними. And the devotees would give the dog prasadam every day. А преданные каждый день кормили ее прасадом. And the dog was following them. И собака следовала за ними, и было понятно, что это особая собака, очень благочестивая. И когда им нужно было переплыть реку, они вынуждены были доплачивать деньги лодочнику за собаку. Они думали, эта собака тоже преданная, поэтому мы должны ее брать с собой. Но однажды они забыли дать собаке прасады. Как, например, если вас не покормить один день прасадом, что вы будете делать? И вы скажете, нет, я больше не хочу быть преданным, я все оставляю и пойду куда-нибудь в другое место. И собака после этого исчезла. И все подумали, вот горе-то, то есть не дали собаке просады, и она куда-то делась. Они поискали, но нигде собаки не могли найти.
They found the dog was there with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Но когда они пришли в Джаганнатхапури, они увидели, что собака уже там, возле Чайтаньи Махапрабху. And not only that, but Lord Chaitanya had coconut. And he was taking the flesh from inside the coconut. He was throwing it to the dog. И не просто возле Чайтаньи Махапрабху, а Господь Чайтанья сидит и срезает мякоть кокоса и бросает ее собаке, и та ест. И в этот момент собака начинает повторять «Харе Кришна». Вот такая картина. Ест мякоть кокоса и воспевает святое имя. И на следующий день собака исчезла, и все поняли, что собака получила освобождение. То есть собака, по милости преданного, стала освобожденной душой. А еще одна история про одного великого преданного Господа Чайтаньи, Расикананду, который был учеником Шьямананды. Шьямананда Пандит had studied in Vrindavan Gurukula of Jiva Goswami, and he was an associate of Narottama Das and Srinivasacharya. Шьямананда был учеником Гурукулы во Вриндаване, и он общался с Нараттамой Дасом, с Шринивасом и... And? Шринивасачарьей. Со Шринивасачарьей и Нараттама Дас Такуром. So, Расикананда was his, the main disciple of Шьямананда Пандита. Расикананда был главным или основным учеником Шьямананды Пандита. And you can read about his life. Some of he had disciples. He had tigers who were his disciples. И вы можете прочитать о нем, у него даже тигры были в учениках. And one time he was in a village and he was preaching to this one man who was, you know, there was one Yavana man. He was the king of the head of the village, but he was a very degrading person. And Rasikananda was preaching to him to take up Krishna consciousness. И однажды была история про то, как Расикананда проповедовал одному из главе деревни, который был на самом деле яваном, достаточно деградировавшим человеком, но Расикананда убеждал его принять сознание Кришны. Новости, которые он рассказывал, он сказал, что слон входит в деревню и разрушит всю деревню. Деревни в Индии, они достаточно простые, там дома сделаны из стволов, из листьев. То есть слону, да, ничего твердого там нет, то есть они не такие монолитные, поэтому слон легко может растоптать все эти хижины. So everyone was afraid, no one could do anything. This big elephant so strong, nobody had guns or anything. How to stop this elephant? И все очень были напуганы, поскольку слон мог все это уничтожить, ни у кого не было ружей. So this Yavana, who was the head of the village, he said to Rasikananda, I will believe what you are saying if you can go and tame this elephant. И глава этой деревни сказал, я приму все твои слова за истину, если ты пойдешь и сможешь успокоить этого слона. If you want to put me to believe everything you're saying about the chanting of the holy name, then you go and get that animal. Если ты действительно говоришь истину, и твои слова обладают как бы, истиной, тогда пойди и заставь этого слона успокоиться. So Rasikananda was a very bold preacher, and he went out there and he stood in front of this big mad elephant. И Расикананда был очень мужественным проповедником, и он пошел к этому бешеному слону прямо и стал прямо перед ним. Came towards him and he just looked it in the eyes and
И этот Ирасикананда стал прямо у него перед мордой и сказал ему: «Воспевай святое имя Кришны». После чего слон опустился на свои ноги, да, и выразил почтение, поклоны Ирасикананде. И у слона потекли слезы экстаза, он стал плакать. Расикананда после этого дал ему имя Гопал Дас. И Расикананда дал ему наставление: теперь ты преданный, перестань проявлять гнев, не разрушай больше деревни. Глава этой деревни был потрясен тем, что случилось, он стал преданным и стал следовать Расикананде. Так что есть много примеров того, как даже дикие звери становились преданными. Таково могущество святого имени. Lord Chaitanya and Lord Vijayananda are so merciful, but I am caught in this wheel of birth and death. И в четвертом куплете Лочан Дас говорит, что таким образом можно прервать рождение и смерть. К сожалению, я не испытываю привязанности к движению Санкиртаны. Ямарадж наказывает меня. We want to understand how merciful the pastimes of Lord Chaitanya and Lord Nityananda are. Try to take full advantage. Вот такая вот песня. Смысл в том, что мы хотим понять и извлечь благо из игр Господа Чайтаньи и Нитьянанды. Хорошо, сейчас мы прочитаем Бхагавад-гиту. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Yesterday we was in Nahotka. We were in Nahotka, but other devotees were. А была вчера лекция по Бхагавад-гите? 20-й, да? А лекция была вчера или нет? Ага, yes, конечно, 20. So chapter 3, text number 20. Глава 3, текст 20. Карма найвахи самсидхим. Астхита джанакадая. Лока санграхам эвапи. Сампашьям картам архаси. Карманайвахи самсидхим. Астхита джанакадая.
loka sangraham eva pi sampashyan kartam arhasi sampashyan kartam arhasi karma naiva hi samsiddhim asthita janakadaya loka sangraham eva pi sampashyan kartum arhasi. Ни у кого нет книг? Карма найвахи сам сидхим. Астхита джанакадая. Лока санграхам эвапи. Сампашьян картум архаси. Карма найвахи сам сидхим. Астхита джанакадая. Лока санграхам эвапи. Сампашьян картум архаси. Карма найвахи сам сидхим. Астхита джанакадая. Лока санграхам эвапи. Сампашьян картум архаси. Карма найвахи сам сидхим. Астхита джанакадая. Лока санграхам эвапи. Сампашьян картум архаси. Карма найвахи сам сидхим. Астхита джанакадая. Лока санграхам эвапи. Сампашьян картум архаси. Кармана деятельностью. Хи. Эва. Хи. Несомненно. Сам сидхим. Совершенство. Астхита. Достигшие. Джанака Адая, Джанака и другие цари. Лока Санграхам, обыкновенные люди. Эва Апи, также. Сампашьян, принимающий во внимание. Картум, действовать. Архаси, заслуживаешь. Перевод. Такие цари, как Джанака, достигли совершенства только благодаря тому, что выполняли свои обязанности. Так и ты должен заниматься своим делом, хотя бы для того, чтобы подать пример остальным. Комментарий Шрилы Прабхупады. Такие цари, как Джанака, были осознавшими себя душами, поэтому им было не обязательно выполнять предписания вед. И тем не менее они строго следовали этим предписаниям, чтобы подать пример простым людям. Джанака был отцом Ситы и тестем Господа Шри Рамы. Как великий преданный Господа, он был выше всех предписаний, но, будучи царем Митхилы, он должен был учить своих подданных тому, как следует выполнять предписанные шастрами обязанности. Господу Кришне и его вечному другу Арджуне не было нужды участвовать в битве на Курукшетре. Но они вступили в сражение, желая показать людям, что насилие тоже бывает необходимо в тех случаях, когда исчерпаны все мирные средства.
До битвы на Курукшетре Пандавы и даже сам Господь Кришна приложили все усилия к тому, чтобы избежать войны, но их противники были непреклонны. В таких случаях, чтобы восстановить справедливость, бывает необходимо вступить в бой и сражаться за правое дело. Хотя человеку, развившему в себе сознание Кришны, ничего не нужно в этом мире, он все равно продолжает трудиться, чтобы своим примером научить людей тому, как следует жить и действовать. Опытные преданные, обладающие сознанием Кришны, всегда знают, как поступать, чтобы вести за собой других. Об этом говорится в следующем стихе. Вандехам Шри Гуру Шри Юта Пада Камалам Шри Гурум Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Саганалитнатам Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Читанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сагана Риташи Шака Риташа Хе Кришна Каруна Синду Динаванду Джагатпате Говиша Вулига Канта Рада Ганда Намастаде Татпанчана Гуранги Раде Риндаванешвари Ришаба Панчакальпатарубьяща, Крипасиндубьяевача, Патитанам паванебьо, Вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Читанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхактавринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Krishna is explaining about the importance of performing our prescribed duties. Господь Кришна объясняет важность следования предписанным обязанностям. Sometimes people think that Krishna consciousness means to give up work. Иногда преданные думают, что сознание Кришны означает оставить работу. But rather Krishna consciousness means to work more, but working in the service of Krishna. Но как раз наоборот, сознание Кришны означает работать больше, но в сознании Кришны. A devotee should not be neglectful of responsibility. Мы не ожидаем, что преданные будут пренебрегать своими ответственностью и обязанностями. А преданный стремится трансформировать или переключить связь своих обязанностей с материальным миром на служение Кришне. His teachings with an example. He's saying just like Maharaj Janaka. И Господь Кришна подкрепляет свои слова примерами из жизни и говорит, вот как, например, царь Джанака. That he was able to achieve perfection simply by performing his prescribed duties. И он достиг совершенства, просто выполняя свои предписанные обязанности. And his duty was as a king. He had to deal with the different infidels, with the people who were disturbing his kingdom.
И обязанностью царя является взаимодействовать с различными противниками, кто нападает на царство. Если у вас есть царство, то кто-нибудь обязательно найдется, желающий отнять у вас это царство и напасть. Поэтому Махарадж Джанака таким образом защищал свое царство. И в комментарии Шрила Прабхупада рассуждает на тему насилия, что иногда насилие бывает необходимо. Иногда люди продвигают принцип ахимсы, не насилие, что насилие — это вред, и поэтому нужно отказаться от него, ахимса. Но мы должны понять, что у насилия должно быть правильное применение. И иногда государство делает амнистию, law and order. Law and order, peace. Bring about peace. То есть, кого? То есть иногда, да, в государстве вспыхивает бунт, и тогда государство применяет силу для подавления восставших. I was in Beijing in 1989 when there was rioting, there were many students in Tiananmen Square, and they were demanding the government to change, and they wanted a lot of big changes in the government. Я был в Пекине в 1989 году, и там собиралось огромное число студентов на площади Тяньаньмэнь. И они все требовали отставки правительства, каких-то перемен. И государство там применило, я так понимаю, подавление, чтобы вернуть все под контроль законов государства. So, violence is necessary. Maybe if you're a parent and you have children, sometimes you have to threaten your children with violence. If you don't behave, I'll get violent with you. Если вы, допустим, родители, то у вас есть этот опыт, что иногда приходится применять некоторое насилие к детям, если они ведут себя неправильно. Это правильное использование насилия. Или, например, есть такой принцип, что насильник, не, убийца должен быть повешен. Actually, according to Manu Samhita, that is the proper punishment for a murder. Хотя может кто-то сказать, что насилие это плохо, тем не менее, в соответствии с Ману Самхиттой, это достойное наказание для убийцы. The death sentence saves a murderer from suffering more in hell. Смертная казнь спасает убийцу от страданий в следующей жизни. Поэтому правильным для правительства будет иногда применять насилие. И точно так же на поле битвы Курукшетры, когда другие попытки были исчерпаны, то пришлось применить насилие. Пандавы пытались всеми способами избежать войны, но когда проводить какие-то обсуждения, какие-то договоренности пытаться выдержать, но когда все это ни к чему не привело, тогда пришлось воевать. So when there is no other choice, then it's necessary. Поскольку не было другого выхода, то это стало необходимостью.
following the examples of others, that following the footsteps of these great souls like Maharaj Janaka, then we can be sure of a good destination. И далее Прабхупада говорит о том, что если мы следуем по стопам великих авторитетов, великих людей, таких как Махараджа Джанака, тогда мы достигнем великой цели и назначения. Махарадж Джанака is one of the 12 Mahajans. There are 12 Mahajans. Mahajans means the authorities in the devotional service. Махараджа Джанака является одним из 12 махаджан. Махаджаны означают великие личности в преданном служении. И мы стараемся следовать примеру этих великих авторитетных личностей. Свайамбу, Нарада, Шамбу, Комар, Капило, Мано, Праладо, Джанако, Вишну, Бали, Ваясаки, Ваям. These are the names of the 12 Перечисляются имена 12 махаджан или 12 великих авторитетных личностей. В этом списке так упоминается Махараджа Джанака, он один из 12. Этот стих приводит Ямарадж, когда разговаривает со своими слугами, Ямадутами. Ямадуты до этого разговора считали, что только Ямарадж является единственным высшим авторитетом. But Yamaraj told his servants, I'm not the only one, I'm only one of the 12 of God, there's others. And we are all servants of the one Supreme Lord. На что Ямарадж отвечает, что я не один, Верховный, и нас 12 таких личностей, и все мы подчиняемся единому высшему авторитету, Верховному Господу. But it's important for us to understand the need to follow authority. Поэтому очень важным будет для нас понять необходимость следовать за авторитетной личностью. И Господь Кришна в этом стихе приводит имя Махараджи Джанаки, чтобы показать, что даже если царь выполняет свои обязанности, мы уж тем более должны всему следовать. There's a verse in the Mahabharata where it says, Tato pratishta shudayo vibina na saprishir yashya natam vibinam dharmasya tatvam nihitam guhayam mahajano yenagata sapanatam. This verse is a very important verse quoted in Chaitanya Charitamrita as well as Mahabharata, and it describes how to understand the absolute truth. Процитированный стих очень важен. Он приводится в Чайтанья Чаритамрите, но изначально он находится в Махабхарате, и в нем рассказывается принцип обретения абсолютной истины. First of all, the verse is Tarko Pratishta. The dry arguments will not bring us to any real conclusion. И начинается этот стих с высказывания Тарко Пратишха, то есть сухие логические выводы не приведут нас к правильным, а вернее сухие логические высказывания не приведут нас к правильным выводам. Просто спор в Кали-Югу очень часто любят спорить, не приведут к правильному заключению. Then Shrutayo Vibina. Shruti means the Vedas. The Vedas also give many different conclusions. Шрутайо вибхина, шрути означает веды. Веды также дают множество различных заключений. If you study the Vedas, you'll see that in one place it says one thing, in another place it says something else. Если мы откроем Веды, мы увидим, что в одном случае говорится одно, в другом случае делается вывод в отношении другого. Насапришир яшья натам вибина. Even if you're a rishi or a muni, and you're a philosopher, the rishis and munis, they come with different philosophies,
And they will one muni will come with one philosophy, and then it will be defeated the next day by another, and it will go on like this, one after another. They will be defeated, then another one will come, and he will be defeated, then someone else will come. Третья строчка говорит о том, что существуют великие муни, великие мудрецы, но они также не дают ответа на вопросы об истине, поскольку один мудрец имеет свою философию, другой муни имеет свою философию, один мудрец победил одного философа, на следующий день пришел другой мудрец, победил этого философа, а того победил этот, и таким образом истина не устанавливается. Then how will we understand the absolute? Так как же нам тогда понять абсолютную истину? И дается ответ, что абсолютная истина скрыта в сердце чистого преданного. Therefore, follow in the footsteps of the Mahajanas, these authorities. Поэтому, говорится, следуйте по стопам великих махаджан или великих авторитетных личностей. И Джанака Махарадж один из таких махаджан. И Господь Кришна приводит его в качестве примера для нас. Выполняй свои обязанности, следуй примеру этих великих личностей. We don't have to do any research or come up with something new. We just simply have to follow what has been shown to us by these great souls. Нам не нужно ничего выдумывать, изобретать и пытаться найти что-то новое. Нам нужно просто следовать за этими великими авторитетами. So, Maharaj Janaka was not only using violence when necessary, but he would also give charity as a king. He would give charity to everyone, many people, without consideration who needed it or not. He would like to give charity because it was his duty as a king. Махараджа Джанака также одним из его обязанностей было не только проявлять насилие, но также жертвовать. И он выполнял свои обязанности и очень много жертвовал, невзирая на то, насколько это нужно кому-то. If some need it, need somebody. Whether they needed it or not, they require it or not. То есть не важно, просит кто-то или нет, нуждается или нет, он просто совершал регулярно пожертвования в рамках своих обязанностей. So Lord Krishna says, for the sake of educating the people in general, one should act. И далее Кришна говорит, для того, чтобы подать пример другим, необходимо выполнять свои обязанности. Srila Prabhupada's vision of the Krishna consciousness movement was that the devotees would show the nice example for others. И видение Шрилы Прабхупады в отношении общества сознания Кришны было таким, что мы будем обучать людей, показывая им правильный пример. Обычные люди будут видеть образ жизни преданных, будут смотреть их примеры поведения, вдохновляться и следовать за ними. Best way to educate the people. Это лучший способ научить людей. Maybe you remember at school when we were children at school, the teachers would say, "Don't smoke," but we knew the teachers smoke. Если вы помните, когда вы были в школе детьми, то многие учителя говорили вам, хватит курить, но при этом сами они курили. So they don't teach by example. Поэтому они не могли научить своим примером. That kind of teaching is not effective. И поэтому это такой вид обучения словами, а не примером, он неэффективен. Devotees don't just only speak or teach, but they show the example. Преданные не просто учат или говорят, они показывают собственный пример. This is how we can educate people in general.
это то, как мы в целом можем обучать людей. Людям нужно образование, истинное образование о природе материального мира, о сути материального мира. Люди планируют, как бы им подольше оставаться в материальном мире. Они не могут понять, что это временное место, полное повторяющихся рождений и смертей. Людям не хватает образования понять природу души. Они просто считают себя телами. Они не знают, что есть. Они едят все подряд, включая коров. Они ухаживают или заботятся о собаках и убивают коров. Они никогда не получали образования о необходимости, о важности заботы о коровах, защиты коров. Я как-то был в храме в Гонконге, и пришла одна молодая китаянка, и она рассказывала мне, что она регулярно жертвует деньги на бездомных собак. Она рассказывала, что 3 или 4 собаки живут у нее дома. Она на улице видела этих бездомных бродяг, она жалела их и подбирала и приносила домой. So I said, oh, you're taking care of the dogs. I said, what about the cows? Я спросил ее, о, ты заботишься о собаках, а что насчет коров? Она сказала, я никогда не думала о коров, а что, о них тоже надо заботиться? Я ответил, повсюду, постоянно, каждый день убивают миллионы коров по всему миру. И это очень-очень греховно. И поскольку люди настолько греховно убивая коров, то в мире происходят постоянно стихийные бедствия. We get wars, we get earthquakes, we get so many disasters. У нас случаются войны, у нас случаются землетрясения, какие-то другие бедствия. These are reactions due to our own sins. Это реакции на наши собственные грехи. The deity of this planet is Mother Bhumi. Божество нашей планеты — это Мать Буми, и она предстает перед нами в форме коровы. Эта Земля также принадлежит коровам. И мы должны заботиться друг о друге, мы нужны друг другу, корова человеку, а человек корове. The cows provide valuable things for our brain and for our health in the form of milk, and not only milk, but the cow urine, the cow stool, so many, everything from the cow is useful. И корова обеспечивает нас особо ценной пищей для улучшения нашего ума. И также не только молоко, но и моча коровы, и навоз, они весьма-весьма полезны. Кто еще сможет научить людей пониманию важности коров? Повсеместно все только пытаются их есть.
Поэтому мы должны обучать людей этим вещам. Это как раз одна из причин, почему так важно распространять книги. И чем больше людей прочитают книги Шрилы Прабхупады, тем больше они осознают важность этих вещей. Очевидно, что до того, как мы познакомились с сознанием Кришны, нам и в голову не приходило этих идей. И так эта молодая китаянка сказала, что я никогда не задумывался об этом. И я ей сказал, что есть книги, в которых есть описание этого, и ей было интересно, и таким образом я ей дал книгу. И она через эту книгу смогла даже какие-то вещи для себя глубже понять. Хорошо, на этом остановимся. Может быть, есть вопросы. Question is regarding the follow our duties. So very often between devotees there is an opinion that if you come to the temple regularly on Mangalarati, or maybe you worshipping deities on the altar, or helping in the kitchen, or clean the floor in the temple, that indicates that your spiritual level is high. But if you just follow your duties, work on the job, or maybe follow duties of wife, or do other my duties, it's not real service, it's not real level, and just Maya. So I cannot clear for me and understand what is the better, because sometimes
somebody may do service and get some sense gratification, even if he worshiping deities on the altar or maybe cooking in the kitchen. But sometimes somebody may be in Krishna consciousness, work on a job, and then get salary and then donate some money to the temple. So what is the better, and in what kind, in what situations the real following the duties? Well, you have to do what you can. What is possible for one person may not be possible for another person. Здесь, конечно, действует принцип, что одному подходит, другому не подходит. Certainly, people need to do service here in the temple. А обычно, как правило, людям требуется служение здесь в храме. And if people contribute their time to come and do service, and that is very much appreciated. И если человек жертвует своим временем и совершает служение в храме, то это высоко оценивается. Но если если человек работает и где-то занимается поддержанием семьи, служением семье, а потом эти деньги жертвуют в храм, то это тоже может быть оценено. Мы не мыслим так, что один вид служения важнее, чем другой. Все эти виды будут трансцендентным преданным служением. Сначала будет казаться, что тот, кто арати проводит на алтаре, важнее, чем тот, кто моет полы, но Кришна воспринимает их служение одинаково. И поэтому, если кто-то в сознании Кришны занимается своим служением дома и выполняет там обязанности, мы не должны его критиковать и считать, что он в Майе. Но он не... он может быть в Майе. Мы-то не знаем. Нужно смотреть. Кто-то делает служение в храме, но он также может быть в Майе. Мы-то не знаем. Нужно смотреть. Judge by the results. Судим по результатам. Кто повторяет Хари Кришна, кто развивает большую преданность Кришне. То есть это будет понятно с течением времени. Но вы правы, требуется больше служения в храме. У нас здесь большой храм. Здание само по себе крупное. У нас несколько пар божеств, божества Джаганнатха и божества Горы Нитай. И поклонение божествам проходит постоянно в течение дня, каждый день. И несколько подношений необходимо сделать каждый день. Это требует самозабвенного служения. И если человек может пожертвовать своим временем и участвовать в этом служении, то это очень хорошо. Но если кто-то не может пожертвовать своим временем, а жертвует с трудом заработанными деньгами, то это также очень хорошо. We should appreciate what others are doing. Look at our own faults and see the good in others. Мы должны ценить других, то, что они делают, и стараться увидеть недостатки в себе, а хорошие проявления в других. So if we're at home and we're contributing, we should think that the devotees in the temple are working so hard, they're sacrificing so much, being in the temple, serving there.
Мы должны, если мы находимся дома, то ценить и думать о тех преданных, которые жертвуют многим и совершают столько служений в храме. А те преданные, которые занимаются служением в храме, должны ценить тех преданных, которые выходят на работу каждый день и потом жертвуют свои плоды храму. Только благодаря взаимодействию у нас есть это здание. Преданные в храме, они высоко ценят усилия тех, кто работает целый день в кругу непреданных в материальном мире. А те, кто служит в храме, они очень удачливы, они весь день проводят с божествами в общении с преданными, служа божествам. Преданные, которые работают снаружи, ну, в смысле, в мире, на обычной работе, они столько прикладывают усилий, работают, поддерживают семью, еще потом также жертвуют своими деньгами в храм. Поэтому Шрила Прабхупада называл таких преданных, они даже больше, чем саньяси. Поскольку они выходят каждый день на работу и при этом постоянно помнят о Кришне в течение работы. И также делают свой вклад в храм. Поэтому это также святые личности. Понятно объяснить? Только по-русски сначала, чтобы все услышали. Просто, чтобы не сразу весь по частям. Махарадж, мы знаем, что в истории Вайшнава, Пурана описывается огромное количество преданных, которые обладали практически безграничным состоянием. Говорите? Сам. Говорите по частям, просто. Можешь сам. Okay. So, Maharaj, we know that in history, we know that in history there are some persons who had a very great humility. Actually, in the history of Vaishnavas and the Puranas, we heard a lot about them. И также в истории Гаудия Вайшнавизма и последователей Господа Читания мы тоже знаем о таких великих личностях. And also in the history of Gaudiya Vaishnavism and in the history of Lord Chaitanya followers, we know also the same persons. Учитель Прабхупады и сам Шрила Прабхупада, они также проявляли эти безграничные качества смирения и терпения. Шрила Прабхупада's spiritual masters and Шрила Прабхупада's Шрила Прабхупада personally also shows their examples of endless humility. Совсем недавно напался один эпизод из Прабхупада Лилы, в рамках которого один из учеников Шрилы Прабхупады на Гавайях Судама Прабху забрал себе кафе, которое было пожертвовано преданным. Recently I found some story from Prabhupada Lilas about one devotee, Sudama, who take away in his their restaurant in the Himalayas. И в этой истории описывается то, как Шрила Прабхупада отреагировал на это, спрося изначально у всех старших преданных GBC, которые находились там, как мы должны отреагировать. And very interesting how Prabhupada behaved, how he deal with these situations. First of all, Prabhupada asked all his senior disciples and consult with them what should we do in this situation.
И все те, кто находились в сравнении с Прабхупадой, сказали, что Шрила Прабхупада, мы должны бороться за это место, мы должны подать его в суд, это нечестно, он самый последний еврей. And senior GBC members, senior disciples said, Prabhupada, we should fight with him, we should return our property and begin a case in a court because he's a rascal. And Prabhupada think about it and then said that if we behave like this, like you say, what the difference between us and the mundane karmic people? So then Prabhupada decided to answer to Sudama, okay, take our restaurant and be happy. И после этого он сказал своим ученикам, что наша жизнь настолько доверительна, если у нас не будет доверия и любви, то не будет духовной жизни. And then Prabhupada replied to his senior disciples that our spiritual life is based on trust and love. Without trust and love, our... Что по-русски? Без доверия и любви? У нас не будет духовной жизни. Without trust and love, we have no spiritual life. И история закончилась таким образом, что этот ученик все-таки пал, вышел из движения, и Прабхупада в последний раз его пригласил, жестко отчитал, в то же время спросил, осталось ли у него ценное сознание Кришны, любит ли он Кришну. And further, this disciple Sudama is fallen, and then Prabhupada called him and asked him, "Have you something spiritual in you? Do you love Krishna?" И он сказал, что да. И после того, как он это сказал и уже удалился, Прабхупада начал очень жестко отчитывать всех тех его духовных братьев, которые были там. Словами, что вы дали ему упасть, вы не помогли ему, и вы не проявили никакой любви по отношению к своему духовному брату. Then Prabhupada said, okay, if you love Krishna, it's okay. And then this disciple went away, and then Prabhupada chastised his senior disciples, said, why did you help him in his difficult situations, why you just see and did nothing? И мой вопрос заключается в том, что, конечно, мы не можем копировать поведение Прабхупады. И с другой стороны, как я уже сказал, мы знаем огромное количество примеров смирения и терпения великих личностей. And my question is, certainly we cannot imitate Prabhupada, but on the other hand, we know many, many examples of endless humility and mercy of great persons like Prabhupada. И в этом комментарии, что Прабхупада говорит, что порой мы должны применять все-таки насилие. But in the purport to today's verse, Prabhupada said that sometimes we should use the violence. И вопрос заключается в том, что все-таки должны мы развивать в себе, чтобы у нас был разум, понимать, где мы должны применять это насилие, где мы, а с другой стороны, где мы должны применять свое смирение и терпение и идти в этот путь до конца. So my question is, how can we understand in what situations should we show our humility and mercy, and when should we show our violence, proper violence? Well, when it was mentioned that violence was the last resort. Как я уже... When everything else fails, then violence may be necessary. Как я уже упоминал, в насилие — это уже последний способ или последнее средство, когда все остальные средства уже исчерпаны. But that should also be done under guidance from Sadhu, Shastra and Guru.
Но и насилие должно быть скоординировано через саду, гуру и шастры. Нельзя проявлять его независимо. We want to cultivate that humility. We have to, in order to chant the holy name. В каких случаях применять смирение? Мы всегда должны развивать смирение. Господь Чайтанья говорил «Тринада Пису Ничина», то есть для того, чтобы повторять постоянно Святое Имя, мы должны постоянно проявлять качество смирения. Offer all respects to others, not be anxious to be respected. Выражать почтение другим и не ожидать, что нам выразит почтение. Это должно происходить постоянно, повсюду. А насилие — это что-то экстраординарное. Преданный по определению не проявляет насилие. Но если это какая-то жизненная ситуация, то тогда это оправдано. We hear about Madhvacharya. At one point he was attacked by some dacoits. So Madhvacharya, he beat up these dacoits. Some people were attacking him, so he beat them. Мы знаем историю про Мадхвачарью, о том, как на него напали какие-то... какие-то бандиты напали, воры, и он их там поколотил. То есть Мадхвачарья проявлял порой насилие. Но это не... Но это не было его стилем поведения только в момент, когда на него напали. Последний вопрос. Последний вопрос. Комментируя Баджан, вы сказали, что мы должны правильным образом быть связаны с духовным учителем. Что это значит? When you explain the meaning of bhajan paramakaruna, you said that we should proper connect it with bona fide spiritual master. What does it mean? Means we have to be guided through the disciplic succession. Это значит, что мы должны получать наставление или нас должны вести через преемственность. We have to take instructions and don't act independently. Мы должны получать наставления, а не действовать независимо. Также мы упоминали исследование Махаджана. Духовный учитель ведет нас, но он также подчиняется авторитетам, которые ведут его. Такова система преемственности. To be guided by a spiritual master. We take instruction, we take initiation, we take instructions. Поэтому правильно следовать, это значит, мы получаем наставление, получаем посвящение. We have to have guidance. We don't think that we know everything. И следуем. Мы не думаем, что мы уже все знаем. But we have to inquire. We want to understand by hearing, by inquiring from. Поэтому мы задаем вопросы высшей личности, обладающей знанием, авторитетом. Мы спрашиваем, пытаемся понять. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его и служи ему. Таков процесс. Да? Наставление имеется в виду попрошать именно о духовном или можно еще и о материальном? Inquiring means about spiritual only or also about material?
about Sandha material? Well, you have to consider if it's appropriate material, you know, what do you mean by material? Что вы имеете в виду материальным? Нужно сначала как бы разобраться, какой именно вопрос о материи вы спрашиваете. Ну вот приходят, да, бывают преданные и спрашивают о том, как им жить, да? Ага, а саньяси, саньяси, у него же абсолютно другое. Образ жизни. Ага. So, for example, some devotees come to spiritual master and ask, how should we live, what kind of life, what kind, some questions, but maybe sannyasi doesn't know about some principles of life because his lifestyle is different. Okay. So, you have to know yourself what to ask. Так что я вижу, вы сами знаете, какие вопросы задавать духовному учителю. Тут, по-моему, очевидно, если вы считаете, что это неуместно, не задавайте. Нужно тогда найти другого эксперта в этих вопросах и задать ему. Духовный учитель значит духовный учитель. Его нужно спрашивать о духе, то есть о трансцендентной деятельности. Ну, если задать ему вопросы какой-то материальной деятельности, возможно, у него будет квалификация как-то направить вас. Поэтому здесь нужно уметь различать. Зависит от ваших отношений с духовным учителем. Поэтому мы говорим, что гуру должен быть не один дикша-гуру, а также должно быть много шикша-гуру, чтобы они могли в разных вопросах направлять вас. Некоторые вопросы саньяси задавать просто неуместно, но их уместно задавать каким-нибудь опытным домохозяевам. Так что следует. Иногда гуру даже так и говорит, что у меня нет компетенции отвечать на эти темы, лучше вам обратиться к кому-то другому за вопрос, за ответом на эту тему. Иногда мне преданные спрашивают, может быть, мне поменять работу, и что мне делать вот с этой работой. На что я отвечаю, что я понятия не имею, что там у вас происходит, вам лучше сделать выбор на свою ответственность. Иногда мне приходят, спрашивают, вот я хочу там жениться или выйти замуж, совместимы мы, несовместимы. И я говорю, ну, сходите к астрологу, он вам карты совместимости рассчитает. Саньяси гуру дает благословение. Ашива. Ашива. Просто благословите меня на все. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Ja. Помилась Бхактивинода Сингхмараджа. Ja.